настал момент забрать малышку. Как это сделать, хрен? Целая проблема сейчас будет. Хоть они более контактные, но это будет непросто. Так, вот это отпустим. Блин, какие на руки взять, чтоб не укусила от страха. Какашки отлично. Так, теперь что? Чисто Шанти нам надо. Тише, тише, Луна, ну не брызгайся, ну. Луна, успокойся. Низ. Так, нельзя, успокоились. Тише, ну иди. Ёб твою мать, я весь грязный уже, а? Только чистый был. Так, давай-ка Шанти нас ловит. Нет, так ее словить нельзя, Луна. А вот Луна, ладно, пока Луна здесь, надо наоборот. Так, давайте просохните. Надо. Да, не все так просто. Толстушка, видимо, я девочка. Видимо, я девочка. Лишь бы ты меня не цепанула. Луна, уйди отсюда. Толстуха на этом корме раскабанили, а? Все. Максима. Опа, и убегает, смотри, не убегает. Так. Лишь бы Луна меня не цапнула за ним. Вот она сейчас сопротивляться. Молодец. Чуть погладили. Так. Молодцы. Как чувствую, что ее забрать? Молодцы. Да умнички, девочки-умнички. Девочки у меня умнички. Шанти не подходит, как чувствую, что я за ней охочусь. Молодцы. А, на тубзик хоть. Молодцы. Молодец, моя девочка. Надеюсь, не цапнемся, да? Если цапнет, хоть далеко не убежит, все-таки в моем дворе все. А куда убежит? Она никогда не далеко. Она, даже если на улицу выйдет, они обратно придут. Они-то знают свой дом. Им тут нравится. Где моя девочка? Давно вас на ручки не брали. Хотел же позаниматься с вами. А времени нету. То Вагнер, то еще кто-то. Давай с тобой. Пойдем. Молодец. Тише. Нельзя, Луна! Нельзя. Так. Стоп, надо закрыть. Луна. Блин, камера уже не к месту. А ну, Валер, быстро. Валер, Луна, быстро. Так, сейчас. Иди сюда, быстро. Нельзя, Луна. Короче, давайте так же. Так, камеру выключи. Молодец, девочка. Так, бегом. Закрываем выход. Давай. Афина, Тайр. Так, давайте. Давай. Мне некогда, да? Давайте, Валер, быстро. Я сказал, Валер, бегу. Давай. Пойдем. Луна, пойдем. Молодцы, пойдем. Пойдем. Молодцы. Молодцы.
Ну, нельзя, Афина, дают. Так шумно. Ладно, пусть здесь будут, туда с папой. Приеду, все сделаю. А яврик. Иди сюда, бегу. Давай. Все, с детьми побудешь, папаня. Так, быстрее. В Краснодар везу, с Краснодара ее заберут. В Крымск. Пипец, моим окнам здесь. Все, поехал. Нельзя. Ну, уже надо. Снежан, все, уходи. Так рано. Нельзя. На руках вообще отлично себя вела. Спокойно принес. Надо быстрее. Капец, там окно мое. О. Просто жесть. Как они привыкают к одному месту, это жесть. Сейчас успокоится, надо проехать минут 5-10, она успокоится. Я говорю. Нельзя. Вот они скользкие, а. Заеду покушать шаурму. Это, а все равно мы еще ждать будем где-то полчаса, поэтому лучше вот здесь, чтобы я машину видел. Шаурму быстренько закажу. Как ее вытаскивать, не знаю. Молодец, вниз. Все в говне. Вниз. Сейчас будем кушать шаурму. Со вкусом волчьих фекалий. Запахом точнее. Вроде успокоился, как ее вытаскивает. Хозяин вообще ее хотел на автобусе с Краснодара везти. Он бы попутал. Спокойно. Тут такой момент. Хозяин вообще хотел на автобусе с Краснодара отправить. Ну, забрать Чинга. Я говорю, нет, это дикое животное. Обещал, короче. Говорю, может, вы подумайте. Я отговаривал. Нет, у меня был опыт, у меня еноты есть, у меня барашки есть. Отдельно живут. В общем, что могу сказать? Мне ж... Ну, их надо продавать. Если не им, то кому? Ну, человек уже все говорит, на все согласен. YouTube-канал сказал, что я пристально смотрю за щенками. Он программист, один живет, он говорит, все четко, все понимаю. Как-то так. Поэтому, ребят, если
Ну блин, тогда как мне вообще их продавать, если вот. Ну блин. Так что вот так, все, мы приехали. Мать и моя женщина, они на Камри приехали, пока у меня было. Им пиздец сейчас будет, если это они. Это будет жесть. Хоть бы это не они были. Вроде нет, слава тебе. Или они. По-моему, они. Да, да. Это вы, да? Агоп? Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Агоп, да. Здравствуйте. А, вы всем. Это семья ваша? Не, ну вот водитель знакомый. А. И вот жена моя. А, все, понял. А, на Камри, да, приехали? У меня такая же была. Просто она обкакалась. Поэтому я не знаю, как, куда посадить. Ну, знаешь как, надо между ног. Вот, кстати, ребята, вот человек не даст соврать, я тебя отговаривал. Все говорил, что все серьезно, правильно? Да, конечно. Все, поэтому человек настаивал. Для говорит... канала? Ну да, потому что люди переживают. Ну все, ребят, сейчас будем пробовать. Так. Не бойся, дома посмотри. Дома посмотри. Я буду на руки-то возьму, чтобы знала, как садиться. Так, самое главное, что вот ты сядешь, между ног себе посадишь, аккуратно поглаживаешь. Сильно не глажь, шарка, чтобы я шарка. Так, вот это вот приготовь. Вот мне самому интересно, как себя она поведет. Так, запуски. Дади моя девочка. Иди сюда. Иди сюда. Чуть-чуть я. Давай этот. Смотри, чуть-чуть туго сделал, чтобы не вырвалось, мало ли что. Пойдем, мы. Здесь пипец. Держи хорошо, держи хорошо. Поводок. Так, ну вроде нормально. Давай, наверное, не. Так, если хотите протереть, у вас есть чем? Чуть-чуть. Ну, лучше уже сесть в машину. Салфетки не брала с собой. Давайте, давайте ее посадим, чтобы она. Для нее много шума, она не привыкшая. Ты не садись с ней назад, если не поехать. Да. Не, она не укусит, она не должна цапануть. Давай, чтобы она не укусит. Не, она тебя не тронет, можешь спокойно. Раз, дай бумажку протереть. Сейчас, лапку вытяни. Не тронет, не тронет, не тронет. Вот, сверху погладь, я держу. Сверху погладь, не бойся, сверху. Да. Она не тронет. Молодцы. Они молодцы. Так, ну давай, честно, давай не затягивать. Быстрее ее сажаем. Она стрессует, она сейчас в шоке. Трасса, не трасса. Давайте в машину, давайте дома уже. Она сама обсохнет, вытрет. Потому что сейчас опасно это все делать. Пойдем дальше. Вот, вот, видишь? Не, она очень молодец. Ты садись. Садись, садись. Поводок хорошо держит, да? Угу. Так, ножки у тебя чуть... Туда, наверное, сделай ноги до конца, чтобы она сюда села. Дальше ноги, подвинься дальше. Вот. Все, сразу ее гладь. Все. Забивай, доехали. Все, молодец, сейчас. Не бойся, не бойся, не бойся. Возьми, гладь. Нет, все, в руку. Все, она не укусит, говорю, не укусит. Вот так вот, раз, выйдешь с дома на поводок, желательно заедь во двор. И тогда открывай дверь. Она боится сама. Все, давайте едьте. Все, моя девочка, все хорошо. Да, не держи, не держи. Не бойся, не бойся. Чуть-чуть ее держи.
Нельзя. Все, она сейчас... Вы быстрее едете, чтобы ее... Она быстрее... Садись. Да. Ну, все, до свидания. Все, до свидания. Позвоните. Так, все, ребят. Он сам боится, у Максима руки трясутся у самого. Сейчас. Ну это повезло, что девочка, был бы мальчик хуже был. Так, а я врубила. Парень сам боится, у него руки трясутся, блин. Я бы тоже чуть боялся. Жесть. Ребята, жесть, конечно, с этими волчатами. Намучился я нормально, да? Жесть. Голуби летят над нашей зоной. Голубям нигде преграды нет. Едем мы домой на Малько. Сразу Снежану отвезу на ногти, прям впритык приезжаю. Машину на мойку. А, и что? Вечером опять собачками занимаемся. Главная цель — похудеть моим собакам. Прикол, большая грузовая машина ехала, сверху посыпалась. Вот. Трещину, короче, точку вон целую. Охренеть. Вот так вот возят всякую фигню. Ой, приехал. Сейчас отвезу Снежану. И дальше будем. А, наверное, машину на мойку отвезу. Все, оставил машину на мойке. Сейчас такси подъедет, поэтому. Снежану уже отвез. Домой. Ну что, отдохнуть мне дадут мои писюльки? Просто я это чуть сегодня не выспался, ни хрена синьки. Они ж меня ждут, сейчас начнут. Я хочу гулять, я хочу гулять, и начнется. Давайте это, отпустим график. Пусть полет это Симба, где вопрос. Симбу не сыграл. Надо бы не дал. Графа, говорю, блин, Джамба. Ай, красавец. Он красивый, а глаза прям как прожектора светят. Светит. А все же закрыты. Ой. Стройненький, красивый. Стройненький и красивенький. Опа. Тише. Ты мой монстр. Да. Все. Дайте мне покой. Молодой, красивый такой. Песик такой красивый. Да. Да, говорю, стой. Все, так. Да, я пакет положу. Я сейчас с тобой разберусь. Иди. Давай, идешь? Пойдем. Ты как пахан попал. Тот дождя кто-то. А, вон Симба, нет. Все, Симба дома. Все, я покурю. Иди, мою жену, поди. Дай, я пообнимаюсь с тобой. Согласен, надо обниматься с тобой. Обнимай. Да.
Все, нельзя, не прыгай. Чич. И я тебе волю такую не давал. Чтоб ты прыгал так в наглую. И кушаться лезь, а? И кушаться. Спортом можно... Стоп, не прыгай, стоп. Ты ж понимаешь, я монстр. Я ж сильный мальчик. Это затреплю, если что, можешь не сомневаться. Да. Хорошо. Все, иди гуляй. Иди к своим братанам. Че, отпустите, пусть побег. Пойдем. Отпущу Кимми. Колобку. Ой, уже облизан. И колобок. Как он? Пусть прыгибай. Ну что, он быстро поймет, чё. Все, молодец. Все. Смотрите. Ой, язык застрял у пацана. Подождите, очередь, малыши. Я вас это на диету, подожди. Шутить не буду, все, диета, по вам плачет. Взял, поссал, ну молодец, я тебя хотел похвалить. Такой элегант, ты прям бежит прям. Ой, чистый град. Как паханцы, Джамбо. У нас есть Джамбо освобожден, а у нас Джамбо освобожден. Ой, ты красивый. Ой, ты красивый такие. Ой. Надо тебя в холке померить тоже. Колобок, попробуй носы там. Все, молодцы. Так, нет, нельзя. Не прячься от него. А ты давай не лезь сильно. Все, пусть побегают при мне пока. О, нельзя. Что, без меня жизнь не та? Иди давай. Подкатывай. Ну, красивый. Окрас, классно. Деловушка. Как твоя ранка бандюшка? Ну все, нельзя. Нельзя, успокойся. Нельзя. Ара, вы чё, хор? Что за хор вы открыли? Успокойся, тише. Все эти тумбочки, ёп. Чисти тумбочки. Ты прямо никого не боится, думает, они все такие приветливые. Угу. Колобок на стрёме думает, ну вас нахрен. Навезли тут конкурентов. Молодец, колобуська. Все, ладно, гуляй. Мордоворот, как Степа говорит. Все, только не бычьтесь. Из-под тишка сзади. Смотри, колобок, через пару дней он тебе ответку уже даст. Ара! Не. Да, я в туалет схожу, ты ищешь меня сразу. Я здесь. Вопрос, что вы там делали? Что за... Тише. Тише, колобок, нельзя, все, нет, не прыгать,
Нельзя. Пока руки ему колобок, в шею ему хотел вцепиться. Вот ты колобок. Ну ты колобок. Такой раз и тут аж припал. Пиу. 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 Нет, не надо сюда. Не надо. Нет, нельзя. Нет, нет, нельзя. Нет. Нельзя. Ты бабака. А я человек. Слушай меня. Так, не сбейте меня. Нельзя. Все, ты хотел на веранду, вот теперь веди себя прилично. Окрас прикольный, реально окрас прикольный. Место, когда собаке все показываешь, она начинает понимать, что к чему, что можно, что нельзя, сразу уважать тебя, начинает радоваться, когда ты что-то разрешаешь. И колокольчики твои надо спустить чуть, да? О, какая фигура, просто... Все, уже скинтовали. Не прыгай. Здоровый пес. Че получилось? Колобок, ты че? Колобок, отстань. Привыкай, надо. А, тихо, тихо. Зато социализируешься. Ты дурак. Так, нельзя. Ёпта. Ты мне позарю. Уйди отсюда, не прыгай. У меня живот отдало. Он мне зарядил. Нельзя. Нет. Они меня хотят оставить без наследства. Это уже не первый раз. Сейчас колено буду выставлять на вас нахер. И вечно в одно и то же бьют. А быстрее детей делать. Реально взял. Да, я ему тоже засажу. Не, вот так вот. В одно. Вот. Па! Па! Получил? Получил. 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 Так, ладно, давайте других на отпуска. Так. Джамбо. Джамборис. Иди сюда. Натуре засадил, так засадил передние лапы, когда прыгает. И так, ча. Джамбо. Иди сюда. Джамбо. Эй, молодец. Давай, Валер. Быстро, Валер. Молодец. Хороший. Ай, хороший пацан. Офигеть, он уже слушает. Не, какой у него окрас. Какой у него окрас, ребята. Он просто необычного. Такого вы окраса хрен найдете. Я серьезно говорю, шикардос. Ребята, давайте быстрее берите, пока я это... За него цену не назвал. Пока так отдам. Давай, а то я ж питомник. Блин. Сейчас надрессируюсь. Все.
все научим его. Конечно, потом я буду уже говорить, ребятки, а он сейчас еще покрасивеет, еще мощнее станет. А потом я посмотрю, как вы будете хотеть. Нет, не прыгать. Я уже за свое наследство. Так, это что за звонок? А звонка нет. Так. А, насчет палка особо кто-то гудок. Ничего, не прыгает. Не прыгает, ну вас нахрен. Не прыгать. Колено в доме, а все другое. Суета есть и... Вы видели, как он пошел, Валер? Ахрен, я не ожидал. А ну, гомонись! Вы у меня... Идите, идите. Тише. О, куда я Кими отпустил? Забыл. Стоп, стоп. А ну сюда, домой, быстро. Кими, араб. Араб. Давай домой, быстро. Молодец. Я забыл, надо срочно делать. Араб. Давай домой. 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 Все, бейте друг друга. Не зря у них сзади там. Не подкопаешься каким колокольчиком. Природа придумала. Так, пойдем, дети. У нас осталось 3 волчонка. Это уже не может не радовать. Бониту заберут 25 числа. Она поедет в Италию. Будет там итальянской едой питаться. Помолодей. Здрасте. Доброе утречко. Доброе утро. Тебя отпущу, побегай. Да бетон, да бетон. Иди побегай. А вас? Нет, а вас нет. Молодцы. Капец, вы уже большие. Надеюсь, там все нормально, Максим. Так, пойдемте, девчат. Там вы ничего, а вы разворошили. Нельзя. О, надо воду прятать в тень, чтобы вот это оно не приснуло. Нельзя. Здесь тоже сделаем тень. Нельзя. Нельзя. Луна, уйди. Нельзя. Тайра. Тайра. Афина. Тайр. Вы что, гоните? Что, они гонят, Луна? Сказал мне, значит, какой он красив. Какой ты красив. Ну нельзя, говорю, потому что. Ми. Тихо, нельзя туда. Нельзя, нельзя. Нет, нет. Мы хитрее волка. Аделька, что с тобой делать, люди? Пишите, что с Аделькой делать, реально. Эти ладно еще. А вот Аделька с ее пугливостью. Что мы с ней будем делать? Адель, привет, спортсменка моя. Лисичка моя. Шоколенок мой. Никак я до вас руки не дойду. Ладно, пойдемте. А, Яврикос бегает, да? Ну пусть побегает, бедный, на травке. Пока эта пара гуляет, им можно бегать. Потому что это... Потому что... Арапики не нормально. Пока он за решеткой. А, он патрулирует уже. Уже газует. Интересно, да, его? Ну, хотя бы через решетки познакомить с этим Джамбо. Как он себя поведет. А Яврик как себя поведет к новому питбулю, знаешь? Одно дело, кого он знает, выпендривается. Нельзя, Яврик, иди бегай, иди на озеро. Иди на озеро, говорю. Нет, нет, иди. Нет! Нет! Закрываем на замок. Нет! 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 А я говорю, иди побегай, у тебя там течь, сука, возле нее покрути. Вроде ему не дала по камерам, смотрел, когда еще мы с ним. Так, вот эту вот штуку мне надо снять. Вчера не смог. Молодцы. Джамбо, не выпендривайся. Тебе дают волю, а ты стоишь возле решеток. Пойдемте. Все, тусуйся. С
Все, сказали машину больше не везти. Там в шоке просто. Сказали, больше не возьмем эту машину на мойку после волчонка. Ну там жесть был. Поблагодарю, говорю, на камеру. В шоке, да? Да. Ты такое еще не встречал? Встречала, и коровы я встречала. Да? Да, ну давно. Ну а волчи? Нет, волчи нет. Все, теперь ты один блатная. Да. Все, ладно, а то отчитала меня, говорит, больше не возьми. Да, вот так вот. Волчья какашка. Вот такая вот работа заводчика, имейте в виду. Кто хочет повторять за мной, не надо. Вот это я понимаю, машина чистая. До сих пор запах волчонка. Жесть, конечно. До сих пор запах с волчатами, да, конечно, вам не хухры-мухры заниматься. Пошли со Стафиком. Я говорю, вот эта кошка у нас живет наполовину у нас. Вчера вообще сидела, я вышел покурить на веранде, на лавочке сидел. Да. Опять, слушай, эти мошки. Что за... Закроешь за собой, отпущу себя. Слушайте, ну да, раз у него интерес, бархатный такой шкала. Необычный. Раз не дай старичков отпустить. Колобок, здравствуй. Ой. Опа, и все. Киара, давай беременней. Ой, блин. Потому что мне уже там задатки дают. Ну, человек один. Задаток еще дашь. Молодец. Так, ну. Мороз, не морозь меня. Пипец, я устал. Я спать, ребят, хочу, молодец. Я спать хочу, я не выспался из вот этого козявки. Выл. А я такой спать, да спать хотел. Только уснул на пятый. Да ёп. Киара. Киарка. Вот такой стихий кашем. Киара. Давай, подожди. Мальчик. А, стой, не прыгай, все. Дай. Стой, тихо, не прыгать. Нет, кабаны вы, нет. Так, ара. На Евровидение его уже надо отправить. Уже натренирован. Багира, дай эту рану, блин. И мы не прыгаем. Вот так вот мы попрощаемся. Ой, блин, колено мое. Все. Обработал. Все, давайте корм. Носом прям тянет и надо жестко. Ну, сучка, не тот, да, это момент. Не сука. Ладно, я покормлю, полечу собачку и отдыхать. И вы, две певицы, замолчать уже надо пора. Отпущу их. Имитация драки. Пусть устанет немножко. Двумя, тремя пальцами.
Понимаешь, с боссом нельзя на босса нападать. В перчатках удобно, они резиновые, хорошо хватит. И опять? Давай без драк. Давай без драк. Что, я тебя просто поглажу. Давай я тебя просто поглажу. Ну, все, все, все. Ну, сумочка. Все, видишь, я не дерусь с тобой, умничка. Умничка моя. Умничка. Малыш. Раб, я понимаю, ты мужаешь, потом меня воткнешь. Вот такие игры, да хорошо нет. Все, ну, все. Смотри, теперь что говоришь? Думаешь, нет. Все. Молодцы, все. Да, поглажу. Нельзя, нет, нельзя. Стой. Ну, все, так все. Нет, все. Ну, вот. Ладно, все. Все. Да, да, да. Потанцуй, давай. Эй, молодец, кушай. Эй, кушай. Тормая за не АБС уже, да? Давайте, кушай. Подожди, подожди. Нельзя, нет, нельзя, нет, нельзя, нет. Нет, подожди. Нельзя, подожди. Пипец, у него желудок впавший просто. Прям аппетит сейчас сильный. Еще и осталось. Я теперь больше реально дофига дал. Просто корм калорийный, оказывается, на нем жирнеют сильно. Поэтому сейчас пою куриза. Какой он красивый кобель, какой он четкий. Ребята, наконец-то он поел хорошо. Да, моя радость. Где ты стёк? Дедодик ты мой. На этого красавца просто гляньте. А, на кошку смог. Блин, классно, хоть поел хорошо. Он вчера вот чуть я ему дал, ну так, с полпорции. И сегодня он, я ему чуть больше дал. Пусть чуть восстановится, а то бедный голодный такой. Пошел волкам мясо буду кормить, сейчас разрублю. Нельзя. Так Симба гуляет, а вот позови его, да. Бля, у него окрас просто бомбезный, особенно вечером бархатный шоколад. Я честно сказать, удивлен, с такого края. Да пусть идет, Хрис. Иди гуляй. Пойдем с Явриком познакомишься. Прогуляйся по территории, ты тоже можешь смело гулять. Только не по этим шпалам. Короче, хрен рубится. Еле Яврику врубил. Замороженный. А сейчас вытащишь, мухи сразу. Ну что, ну короче. Опа, смотри. Я вредно. Вот он красивый, однако. Сейчас проверка. Кто здесь? Нельзя. Нельзя. За мясо не боится. Нельзя, уйди. Уйди, уйди. Нельзя. 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 А я вроде понимаю, что это, ну, понимать, что это новый кобель, но уже нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. Я говорю, мог бы подружелюбно чуть отнести. Так. Бля, тяжелый. Вот по сути это на два дня, нахрен. А я...
скулить по мне. Не может он без меня. Эй, только попробуй скинься тут. Так, это я. Короче, потихоньку съедать. Типа, нельзя. Нельзя. Нет. Вот он, статный, блин, у меня уже жаба дышит. Ну, отдавать надо. А яврик, на это тебе. Сюда поставь. Так. Тебе хватит тоже, так. Потерял. Сейчас. Ой, надо. Все, нашел. Чего ты Симбу прогнал? Вы видели, чего? Нельзя. Чего? А, не Симбу, может, вторую кошку прогнал. Что-то сам на Симбу реакцию. Ну и что, плюху сразу получит. Не, вроде дружелюбно. Ну и что, сразу втык получит. Надо. Не знаю его реакцию, но... Нельзя. Нельзя, нельзя. Только побежал, и он за ним. Рефлекс сразу сработал. Нельзя, Машка. Да, очень крутой, ребят. Очень крутой. Классный, конечно. Очень классный. Уверенный. Не знаю. Я считаю, он очень даже уверенный. Блин, Джамбо. Нельзя, 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 нельзя. Блин, нельзя. Нет, иди сюда. Сюда иди. Нельзя. Я когда рубил, отлетел. Не надо, здесь диарею даст. Иди сюда, быстро, Валер. Валер, быстро, Джамбо, Джамбо. Джамбо. Балту, Джамбо. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Давай, Валер, бегу. Молодец. Ай ты, мой красавчик, какой ты классный вообще. Супер Пит. Супер Пит ты такой. Ай, эти мои лапочки. Кто заберет, ребята? Я ему завидую уже. Он очень крутой. Вы на его глаза. Иди сюда. Иди сюда. Вы на его глаза посмотрите. Какой цвет. Ребят, как будто нарисованный цвет. Это, ну это вообще. Мне очень крутой цвет дали. Вообще шикарно. Вот это, смотри, шоколада необычно. А у него какой-то он вот. Ну, пипецовски. Ну, шоколад с шоколадом, я не знаю, как назвать. Замшевый какой-то. Ну, очень крутой шоколад. Молодцы. Отдыхать. Извиняюсь сейчас. Это значит, увидел кошака чужого. И пошел. И кошак убежал. Молодец. Иди сюда. Джамбо, иди сюда. Иди отдыхай, иди. О, ребят. Джамбо. Иди, Малыш, иди сюда, иди отдохни, иди. Иди, Малыш, иди, Малыш, родственник.